тяжелый, и вам, когда нужно все время тянуть, 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 это очень много затрат. In this case, it's really good grip, but you must use not. In a match, you can't do from the beginning until the end, try to close off the time limits. Because after 3 minutes, you finish all Понятно, time. Да, что в схватке, когда вы боретесь, если вы все время будете использовать только этот захват, то через 3 минуты вы потеряете всю свою силу. Better to start from the difficult exercise, but then give a knowledge forever better control. Because you can make attack, but you can also control better. Вначале поэтому начинать лучше с трудного, да, так для того, чтобы дать ребятам возможность уметь контролировать и атаковать. Из этого захвата можно делать и то, и другое. Атаку и контроль. Это занимает гораздо меньше силы. Затраты. Такие же правила и во Франции по поводу захвата. Чтобы соревнования, дети используют только классический захват. Until the 12. Также до 12 и. Окей. Okay. Там до того, как мы сейчас закончим, мы сейчас раздадим там для Европейского Союза нужна там небольшая анкетка. Это не то, что вы сейчас написали. Там всего лишь 2 вопроса будет. Это нужно информативно, там не нужно указывать свои там имя, ничего, просто как бы 2 вопроса, 2 ответа. Единственное, что это на английском языке. Сейчас. Все, напоминаю, что вторая часть у нас 2 часа. 2 часа начинается. Все сделать. То есть там справки какие-то, которые там вы получите, это, я так понимаю, для организации, для командирующих. Специальная бумага для вас, она будет подготовлена, там, ну, мы надеемся, что в течение 15 дней Европейский Союз это все подготовит, и те, кто как бы зарегистрировался, у кого есть email, они будут проинформированы об этом, потом сможете это все забрать или вам, наверное, вышлют, я не знаю, как это будет. Но в любом случае для вас будут специальные бумаги выписаны. Более того, то есть у нас планируется такая программа, она будет несколько этапов, да, то есть сейчас этот первый этап, потом будут еще семинары там, в течение 5, и в принципе там, кто присутствует на всех 5 семинарах, там, да, ну, предположим, 5, я сейчас точно не буду говорить цифру, предположим, он 5 семинаров проходит, он получает большую портянку. And they can receive all this information directly by mail if they give all this information to you. In Italia. It's a really good place. Например, да, сейчас. Are there 500 athletes? Make a training just around there. Then there are Kata Seminar, then there are AGU Expert Center Seminaries. То есть, например, один из проектов, который планируется сейчас на май, это будет семинар, ну там большой, там будет сбор международный, то есть будут ребята, сборная команда собираться. В Турции это будет в мае месяце, в Анталии, там в хорошем месте. То есть там планируется присутствие команды, присутствие экспертов по ката будет, и также присутствие всех тех, кто входит в экспертную комиссию ИДЖУ по данному вопросу, все там будут. И там будут тоже семинары, там, по-моему, в течение там, недели или там, несколько дней, там, 5 дней. То есть тоже будет такой вариант. Есть возможность, у кого есть возможность, тот тоже может туда приехать. Это не значит, что это вот будет обязательно. Да? То есть, если есть возможность, вы можете. Об этом будет тоже информация везде висеть. Более того, по поводу
разных вариантов методических пособий и так далее. То есть те, кто как бы постоянно на этих курсах присутствует, соответственно, вы тоже, кто оставил свои координаты, будете проинформированы, когда будет подготовлена некая программка. То есть у нас есть сейчас разработка там, программка для детишек, там разные пособия, но она как бы для детей и для тренеров, там есть книга с раскраской, ну, то есть такая интересная очень проект, у нас несколько всяких пособий, которые детям, тренерам, плюс видео, которое будет, и все, кто присутствует на семинарах, у них будет доступ к тому, чтобы это бесплатно все спокойно скачать. То есть это, скорее всего, будет выложено где-то на каком-то ресурсе, соответственно, как бы кто присутствует постоянно, грубо говоря, клиенты. Хотя здесь тоже семинар бесплатный, да, по большому счету. То есть все равно те люди, которые присутствуют постоянно, у них будет возможность потом это все скачать, то есть им будут даны коды доступа, там, да, то есть какие-то персональные, с помощью которых они смогут эти методические вещи как бы тоже скачивать и получать доступ к этой информации дополнительно. Тоже абсолютно бесплатно. Вот, поэтому по поводу видео тоже сильно не переживайте, все, что отснято здесь, оно будет выложено в течение какого времени, я не знаю, это надо вот технарей спрашивать. Вот. Раз, так, на сайте его есть так называемая платформа для тренеров, где вы можете посмотреть европейских соревнований, да, то есть если вы там имеете определенные коды доступа. Вот. И то же самое будет сделано по поводу этих курсов. То есть семинары, которые будут здесь записаны, они будут выложены тоже на этой платформе, тоже можно будет их оттуда скачивать, обладая определенным кодом. Да, но это не открытая информация для всех. Это только для тех, кто здесь, да, кто дал свои контакты, кто дал свой email, да, тот. А когда мы должны? Email как-то никто не оставлял, не было. Не было, графы не такой. Видео, все как вы можете посмотреть. То есть, да, но для большего, например, чтобы просмотреть какие-то семинары, например, как этот, да, которые там проходили, у вас должен быть специальный код. А может сейчас собрать все, просто продублировать туда? Нас, как бы, то есть нам не нужно знать ваш email для того, чтобы просто его знать, да? Это нужно знать для федерации, чтобы вам потом выслать туда имя, которое нужно будет вам. То есть мы обратимся у нас в пост. Может быть. Предложение. Ну, список же есть у Натальи. Может быть, мы напишем просто. Давайте я сейчас пойду к ней. Нет. Ну, это в конце можно сделать. Семинара, давайте. Естественно. Немножко сами тогда самостоятельно инициативу проявите. Писал, да, вы там быстренько скооперировались. Один собрал и отправил в следующий раз. То есть это не... На линии находим Давай! Давай, до свидания!
круг. Я круг. Если вы можете делать без помощи ног, вы можете делать так. Если тяжеловато, вы можете немножко помогать руками. Ой, нахайся. Ну, это вот лучший вариант. Ну, молодец. Он так не может, он вас помогает. Ты снял, не? Все мы можем делать, понимаете, да, что работа здесь обоюдна. Здесь не только один работает, оба, да, правильная стойка, один делает правильную стойку, держит, да, чтобы правильно. Второй подтягивается, и постоянная взаимная работа происходит. Тори утя. Еще раз. Посмотрите, когда вы берете, спина не должна быть. But you see, back. In this case, I can make reaction in my back. It's totally straight. Должна быть прямой. If I do like this, если вы так нагнетесь, вас будут вытягивать. И, возможно, потом заболит даже спина у вас. Поэтому очень важно следить за этим. Don't do this. Must be on the back. Like this. Now you can use your balance. Back for balance. Это для того, чтобы вы использовали свой баланс. Да, this, чтобы... this is the main problem also when we did the exercise with the guy. Это потом тоже, ребят, когда вы, ну, правильная постановка, да, тела, правильная работа тела, правильная постановка корпуса очень важна, даже в тех случаях, когда по ходу ребята начинают делать силовую работу, в том числе со штангами, и большая проблема, когда ребята начинают работать с согнутой спиной тащить, особенно в таких упражнениях, как рывок, да, на грудь и становые тяги. То же самое, очень важно сразу же с детства приучать держать правильно спину, так чтобы работа была правильной. Отсюда вот. Это очень важно. If we take something from the floor, we don't do like this. Если мы берем что-то с пола, мы не делаем. Do like this. This is the easy way. La moitié du tapis, tu allonges tes jambes, tu laisses aller. Et moi je le tire, le dos bien plat. Non. Ok, après on tourne, tu tournes, tu tournes, tu mets tes bras comme ceci. Je prends les pieds, pareil, le dos, non.
Balance. Это упражнение для того, кто держит. Да, теперь он тащит. Второй наслаждается. Оп! И... Вот он, да. Je fais tourner, hop, j'attrape les jambes, hop, j'attrape les bras, hop, 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 C'est important,
tu roules sur mon côté gauche, ma jambe elle est tendue. Straight. Sur le côté droit. If I turn on the which side I turn, his leg is dead. It's problem. Mais, non, pardon, je prends pas ma jambe. Non, laisse aller, voilà. This problem. Нога остается, видите? Okay. Очень тяжело. Поэтому этой ногой вы должны работать. Окей. Okay. Хорошо. Окей? Okay. Yes. Le rôle des jambes est important. Право-влево, попробуй сделать. Работать ногами. Problem is the leg, not a lot of tension. Work is the leg. And forget, but head. Yesterday we said close and then close, and then turn. Не забывайте про то, что вы должны быть грудь-грудь, то есть голова должна отходить, да, то есть не проваливайте его мимо себя. Это достаточно работного. Ноги должны быть прямо. Контроль. Погнали. Majority of them do the head to approach. They can turn. Зачастую у вас таз, таз. Таз оказывается на татами, поэтому очень тяжело там сделать разворот. Поэтому нужно поднимать таз, когда вы делаете, и в этот момент разворачивать ногами делать, да? Anybody for me because this no before the hanche or more hip when hip is up to the floor. Вот. Таз должен подниматься, тогда вам легко будет вращаться. Окей. Okay. This finish. Если не поднимется, то здесь будет. Не забывайте про это. Права, права, голова, кива. Сэн. И вот так. То, что Акада вчера говорил, это на самом деле он сам. Правая рука, голова отходит вверх. Ока. Давайте. Еще, еще. Первое, да, движение, то есть просто контролировать, не толкать. Это также, да. Хорошее выведение из равновесия получается. Это хорошее плечо. Вот плечо рука уходит. C'est juste pour l'empêcher d'avancer. It's just for block his forward movement. No? In this case, to нужно остановить его движение, да, то есть в тот момент, когда он на вас идет. Because normally I try to attack him, no? I try to. This is to block my step forward. Нужно остановить атаку, да, и теперь контролировать перейти. No distance. Нет, нет дистанции, да, дистанцию не надо, наоборот, плотно. Захват не бросайте, обратите внимание, что в концовке Жан-Пьер держит и пояс держит, и здесь руку уходит. Очень плотный захват получается. Лучше держать захват за пояс. Рука перехватывает лицо подушку. Таким образом вы блокируете. И в заключение вы переходите. Okay.
Alors, ce qui est important, c'est le contrôle. My back is not in the balance. What is not good? Если спина отклонена назад, то нет баланса. Yep. Тяжело что-то делать. Yep. В этот момент, да, посмотрите. Контролировать. То есть не надо вытягивать, куда отваливаться от него. Yep. La main est à la ceinture, je tire. Quand je tire mon partenaire, j'avance. Regarde, je tire. Yop. Вы должны как бы тоже к противнику, когда вы тянете, вы должны к нему тоже приближаться. Контроль. Это для того, чтобы поплотнее взять оттуда. Контроль. Тир. Потянули чуть-чуть на себя. Оттуда сразу не свалим. Не надо сейчас здесь на себя заваливать. Надо чуть-чуть вылезть, старайтесь сразу сбить. La situation n'est pas ici au départ. We don't start from this position. Мы не начинаем отсюда. We start from this position. Начинаем отсюда. Из этой позиции. Allez, on part un petit peu. Allez. Que je tire, que je Pour pouvoir justement. Avec, avec. Je termine. Non, non. Là, je termine avec les passages. Ça, le contrôle. Là, je te tiens à distance. This is for take a distance. Yes. Then we arrive in the same, like in control, and then try to take arm and leg. You see, arm and leg. Juste pour te contrôler. Здесь посмотрите, да, то с ногами вы должны контролировать. Партнеры для того, чтобы выйти наверх. Ногами и после этого контролируйте. Грудью давите. Посмотрите на ноги. Ноги должны работать. То, что мы вначале делали, упражнение. Ноги работают. Okay.
многие делают, смотрите, какую ошибку. Вы начинаете, когда тянуть, вы начинаете отваливаться корпусом. Это неправильно, потому что отсюда мне тяжело обратно возвращаться. Ногами толкнули, корпус ровно. Тогда вам будет удобно выходить отсюда из этого положения наверх. Если вы отсюда начинаете вот эту тягу делать, отсюда очень тяжело к нему идти. Поэтому то, что Жан-Пьер вначале говорил, баланс. Держите баланс. Ноги толкнули, отсюда вы легко выходите наверх. Алекс, давай. Сделано. Это упражнение, это не то, что это какие-то там, хотя это может быть и прием, но это больше упражнение для работы ног, для использования ног. Это не руки, это именно ваши ноги. Как вы ногами встречаете, как вы контролируете партнера, как вы можете выходить отсюда в ту или иную позицию. Все для этого. Помните об этом. Not just one arm, or if not just the leg and we use just the leg. It's all together in this case. It's up, leg use, back use, it's total. Вы должны, да, понимать, что вообще как бы всегда, да, у нас работает все тело, да, то есть мы не можем работать только одними руками или только одной спиной. Поэтому вот сейчас мы делали упражнение, здесь очень важна была работа ног, да, то есть внутри, снаружи, с упором, как вы работаете. Поэтому помните о том, что всегда работает во всех техниках, все ваше тело должно работать. 5 минут перерыв и потом... Вначале, да, то есть мы продолжаем тему борьбы лежа, тему нейваза. И давайте первый, да, вот он хотел, сенсей хотел узнать по поводу эби. Знаете, что упражнение такое эби? Креветка. Да. Знаете, да? Умеете делать. Вот он хотел вначале, говорит, давайте мы его немножко поделаем, он посмотрит, а после этого он даст объяснение, как это упражнение делается правильно, для чего оно нужно, и такую полную раскладочку даст. Хорошо? Нет. Давайте немножко от стены, чуть-чуть. Ну, можете прям совсем далеко не уходить, это от стены. Знаете, да, для чего это упражнение делается у вас? Как бы представление есть? Ну да. Он говорит, сейчас ну, больше половины правильно все делали. Говорит, некоторые, да, там примерно чуть меньше, да, половина там, они делали чуть-чуть неправильно. Сейчас он еще раз напомнит. Это правильный вариант, да, исполнение. Вот такой вариант, когда посмотрите, какая нога толкается. Немножко делали так. Некоторые делали так. この エビは相手が例えば横四方型のようなどのような形で攻めたために逃げるための練習です。ただのウォーミングアップではありません。この場合に相手の肩と腰を押しながらこちら側の足で畳を蹴って隙間を作る。そこでこう足を入れていく。で逆から来た場合には。Смотрите, опора на ногу, да, на дальнюю идет сюда, и после этого проходит сюда. Какой там ленщик? Это вот упражнение. В туре я оттерто, ёк вакаранай, но да. Цыги га партнера на хтони 80% осайком. 80% можно, да, немножко делать удержание, да? Да, да, ёкошио ватам. А, ёкошио. Да, сорео. Нигер. Да, цыги хантай га вакаранай. Следующий раз, в другую сторону. これを少し練習してください。Вот это вот упражнение давайте поделаем. То есть где-то процентов 80 сопротивления, можно тоже чуть поменьше, и уход вправо в левую сторону. Очень важное упражнение, важное движение для тех, ну, для понимания вообще уходов от удержаний, как для детей, так и для ребят высокого уровня. Это очень важно знать, что, как двигаться в ситуациях, когда вы попали в уход.
Это не просто упражнение для разминки, да, как иногда может показаться, это основной базовый вариант уходов от удержания. И теперь немножко вернемся к тому, что мы делали вчера. Положение, когда партнер стоит на четвереньках, и вы делаете атаку. Сейчас вернемся, ну, сделаем немножко другое упражнение. Чуть-чуть, может быть, оно посложнее покажется, чем вчера. Маза 1つ目は, 相手の 柔道着の, ここに入れます. Забираете, да, посмотрите, внутри, да, шов. Of course, you can do like this, it's no problem, but this place is... Сзади, когда атакуете противника, давление оказываете, захватить эту точку, это очень легко сделать. Вторая рука захватывает отворот за головой. И начинаете, да, давить его по диагонали на плечо, используя свой захват, используя свою руку, да, И обязательно не забывайте про то, что ваша нога должна контролировать его бедро. Да, то есть своим бедром контролировать его. Сваливайте его на бок и своей рукой, которую вы держите отворот на шее, давите на противника. Правая рука, да, в данном случае, которая держит отворот там внутри, да, кимоно, закрывает подмышку, должна обязательно закрыть и очень плотно к себе подтянуть. То есть некоторые пытаются, да, туда уйти, развернуться в обратную сторону. Поэтому это нужное движение остановить, вы должны прижать. В этот момент одновременно вы должны выйти, да, то есть разорвать дистанцию, остановить его ногой, которая сверху, да, вы его останавливаете, упираетесь в него, и теперь должны разорвать дистанцию. Таз свой оттягивайте от него, а головой наоборот к нему идете. Вот в это положение. И после этого перехватываем. Свалили. Давайте попробуем. Следующая техника. В это же положение партнер стоит на четвереньках. Вчера мы делали упражнение для начинающих. とって有効なテクニックですけども、少し相手のレベルが上がってくると簡単には帰りません。
То, что может получаться при начальном уровне, да, если уровень будет чуть-чуть высокий, то уже некоторые техники не будут работать, и если здесь партнер будет соображать, он не даст себе так легко переломать. Если он будет хорошо защищаться, то это, не будет, это будет не так просто сделать небольшое. Это его техника, да, которую он использовал в свое время, личный вариант, как перевернуть сторону. Как и вчера, да, вы берете двумя руками пояс. Ставите ногу, в его случае это правая нога рядом с партнером. И, а левую ногу, да, заводите сюда внутрь и ставите, посмотрите, да, то есть она под ногу идет партнера. Вес тела перекладывайте за сторону своего локтя на локоть на свой и, соответственно, на его плечо. この時に手の力だけで返すのではなくて То есть не только с помощью силы рук вы делаете этот прием. 主にこちらの足で畳を蹴ります. Большая часть работы выполняет нога. でこの足で畳を蹴る力をこちらの反対の足に伝えます。И передаете эту силу, да, то есть толкаетесь одной ногой и второй ногой выталкиваете вашего противника, вашего партнера, да, в сторону. И после этого переходим на йокушихта. 自分のすべての体重は肘。そして力は畳を蹴る力をこの足に伝えながら肘にすべての体重を乗せて。Вы свой вес должны перенести на свой локоть. Да, то есть поднимая эту ногу, то есть вы на одной стоите, начинаете ее выталкивать, второй ногой подбиваете, и поэтому у вас вес тела вашего переходит на ваш локоть. И так как это не техника бросковая, да, то здесь вам не надо его выталкивать сильно наверх. Ваша задача просто выкинуть его в сторону. Лучше всего, если вы как можно быстрее. Да, как можно более компактное движение сделайте и перевернете его в сторону быстрым движением на спину. И после того, как вы его перевернули, то, что вчера Жан-Пьер объяснял, обязательно грудь в грудь, обязательно касание. То есть вы должны прижаться сразу же к нему грудью. Давайте попробуем. Можно воткнуться плечом по тому, как... できれば、小さい子どもたちに指導するときには、いきなりさっき言ったようなことをカッと思い切ってやると、肩とか、方向によっては首とか危険なので、まず最初は正しい動きを身につけるためにスローモーションで練習させてください。Или вы можете на голову поставить его, да, если будете делать резко. Поэтому вначале, чтобы правильное движение наработать, делайте очень медленно. То же самое, основные моменты, кстати, тоже сами, только не делайте это резко, а потихонечку начинайте переносить туда вес, контролируя руке, да, чтобы не втыкать его туда головой. Это первый. То есть должны оберегать и детей от травмы, да, чтобы они не делали больших, сильных
сильных движений. Сейчас просто цель покажет. It's okay. これ大丈夫です。もしレベルが上がればジュニアとか。Вот это упражнение, этот вариант, когда вы делаете с перекатом, он тоже хороший и тоже работает, но его можно давать тогда, когда уже у ребят более высокий уровень. Потому что там есть опасное движение, что они головой катятся, и те, кто новички, они могут, есть опасность травмы, да, здесь. Поэтому очень важно это чуть попозже давать такой вариант. Also because, sorry, Rutaka, also because he don't know how it's possible to fall down. And sometimes you don't know how it's possible and risk to push. In this case, don't use with this age. Less than 15 years old, 16 years old, don't do. До 15 лет, да, там, ну, примерно, да, тоже опять же зависит от их от уровня подготовки. Потому что очень опасно, когда резко начинаете делать, у него нету практики и навыка, как правильно перекатиться. Поэтому зачастую он может просто выставить голову, и здесь будет на шее очень сильное воздействие, да. Поэтому чуть-чуть попозже, да, когда будет видно, что ребята уже готовы, что они хорошо катятся, что убирают голову, тогда можно будет и такой вариант давать. It's really good, like a good control, like a push, like control on the floor. This is perfect. Вот самое, да, то есть, ну, вначале как раз вот этот вариант, когда вы плотненько взяли, хорошо, потихонечку, потихонечку перекатываетесь не большим, а в сторону, да, с контролем. やっぱりこの子どもたちに対しては何回も繰り返し言ってるように、その安全に気を使うということが最も重要です。И, конечно же, здесь вот в этих переходах вы должны обязательно помнить, да, и, ну, и детям об этом напоминать, что очень важно сохранить, да, без травм, чтобы спокойненько, безопасно делали перекаты здесь. Напоминайте об этом. じゃあ、あと 1-2 分、もう少し練習してください。はい。ゆっくりできるだけスロー。Давайте сейчас попробуем сделать, поделайте медленно-медленно, постарайтесь контролировать все точки, делать резко. Так что... もう一つだけ、私の得意だった。И еще один вариант перехода, как раз его техника, то есть излюбленная. 同じように相手の後ろからいきます。Отсюда, да, атакует, когда партнер на четвереньках сзади. Захват, да, на отворота спереди, на груди. Потому что здесь не надо, да, делать глубоко, просто обычный захват спереди. И противоположная нога, соответственно, да, то есть если вы правой взяли, то левой ногой вы заходите внутрь. そして、こちらの方向ですね。肩の斜めこちらの方向に自分の体を投げ出すようにしてローリングします。И вращаетесь, да, посылая свой корпус, свое тело по диагонали. その時に同時に左の手で相手の腕をこすくいます。Одновременно с этим левой рукой, да, в данном случае вы под руку противника. そして最も重要なポイントになるのが。この中に入れたこの左足の使い方です。これを相手の反対側のももの内側にさっきと同じく引っ掛けてコントロールして回します。И когда вы начинаете вращаться, вы своей этой ногой, которую заходите, вы должны начать контролировать своей стопой противоположную ногу, противоположное бедро вашего партнера. ちょっとスローモーションでやってみます。Сейчас тихонечко сделаю, да? Вот видите, обратите внимание. Еще раз. Скоши, не помогли на мой пример, Скоро бигина, что-то не скажешь. Для начинающих, наверное, это будет сложновато сделать. 2-3 года, да, после занятий 2-3 года они вполне готовы уже делать такие достаточно сложные координационные движения. This direction. Take hand off. The change grip. Здесь вы меняете захват. Then. Here. И вот теперь.
This is very important. That, И очень важно, да, то есть ногу, которую, на которую вы катите, очень важно ее вовремя убрать из-под партнера. When we are rolling, just Видите? This. Нижняя нога, да, должна уйти из спины. Мучилон, и кинари татэшоугатами иттемо кеккодес. Соре га ичибан рисунтеки дес. Демо авате нактемо айте но уде о коко де хиккакете океба коко де томатте шиматтемо коко кара осаекоми ни икемас. Вы должны плотно потянуть себе локоть, да, и постараться сразу же выходить на него. Коко маде икто, дайтай айте но хито ва ваки о шимете кросио. Иногда бывает, что до этого положения вы доходите, и партнер начинает сопротивляться и прижимать локоть, закрывать подмышку, да, не давая. Асио хасамунас. И скрещивает ноги. Курева кукумбата мунда яримасе. Вот до этого момента тут проблем нет. Коно сисега скурелеба 80% ваташи га юри наримас. この体勢ここまで来れば 80% です。Здесь как бы уже 80% техники сделано。ここからは自分の体を上に相手の上にして自分の置いて наверх телом своим。お尻の方に重心を移動させます。И немножко спускаетесь вниз туда в сторону таза, да, оттягиваете как бы свой корпус。そしてこの右の腕、相手の襟を握っている右の腕を相手の左肩の下に持ってきます。この位置。Правой рукой под плечо партнера заводите。そしてこの相手に挟まれているこの腕、腕をこう上にこう上げながら自分の体重をこうかけていって肩を決めます。И своей рукой, которую вы под локоть зашли。Используя весь свой вес, начинаете продавливать ее туда. Да? Как только вы продавили, вы сразу убираете ее, снова захватываете. То есть локоть, который он прижал, да, подушку, вы отжимаете за счет своего веса. То есть ушли под нее, ушли, и после этого за счет давления всем корпусом, ногами, вы локоть поднимаете. Как только вы подняли, вы сможете снова перехватить ее и выйти на него наверх. Чуть-то мучкашика мушли масеньки, думаю, я тем тебе достану. Может быть, это немножко сложновато, но давайте все равно поделаем, попробуем. Shoulder is good. For European, maybe this is better. For Japanese, it's better. No, no, no. It's okay. That's all. I want to do your style. Okay, then keep it. High. Go in. Then I turn. Then I change grip here, yes, and here. Then I run here, yes. Then I go forward. Okay. Okay.
Ну, немножко такой, да, сложноватый переход, то есть на таточек годами, когда переходите, может немножко где-то неудобно, еще что-то, но сенсей такое пожелание, что когда вы возвратитесь, обязательно попробуйте это все подделать, для того, чтобы, потому что иногда бывает с первого раза вы начинаете делать, не совсем удобно где-то что-то кажется, это нужно как бы некая практика для того, чтобы оно легло, поэтому не забывайте об этом. Ну, мне кажется, надо вас. Есть какие-то тут вопросы по этому? Вопрос можно? Вот на последних соревнованиях очень часто в партере практически не дают бороться. И вот эти все техники, когда вот идет особенно статическая работа по вытаскиванию ноги, особенно вот на соревнованиях, вот когда смотришь Кашивазаки, когда делал, или вот Сенсей Акада тоже, когда на соревнованиях, то видно, что там судья дает время работать. У нас как только ногу обвили, все, команда стоп. И практически вот это вот действие, когда вот вытаскиваешь ногу, уже никто не смотрит на него из судьи. Кац предлагает сдаться, да? Просто может сойти. Вообще, как бы, правильный рефери должен понимать технику. И если он видит, что есть, ну, то есть он должен давать бороться в партере, если, ну, лежа, да, если он понимает. Зачастую это просто вот как раз когда сенсей говорит о том, что да, несколько лет назад была такая ситуация, но сейчас на семинарах судейских есть такое, как бы, да, пожелание, что рефери должны обязательно смотреть на ситуацию и понимать, да, будет она иметь продолжение или нет. Если идет активная работа и есть опасная ситуация, которая может привести к техническому действию, он не будет останавливаться. Поэтому нужно на самом деле, чтобы была работа. で最後に10分だけ午前中にあのもう少し立ち技の説明をしたかったことがあるので、はい、あの立ち技の説明をしております。И сейчас последние 10 минут у нас заключительные остаются. Он хотел бы немножко вернуться к тому вопросу, который мы делали, да, обсуждали в начале по поводу тачи-вазы и еще несколько объяснений дать по поводу техники стойки, техники борьбы стойки. Здесь у вас подготовительные действия к этим приемам одинаковые, то есть она не меняется. Естественно, что есть какие-то различия, когда вы ту или иную технику делаете, там, кайфаш, да, у вас куда нога уходит, там, райгоша. Чуть-чуть небольшая разница есть в подходе, но основное подготовительное действие, оно одинаково, не меняется. Поэтому то же самое, то, что вот вчера мы делали, сегодня, пожалуйста, это запомните и старайтесь сделать его дома. Давайте сейчас вот попробуем поделать эти приемы, которые сенсей перечислил. Тайтоши, Харайгоши, Ханегоши, Учимата. Да, то есть 4 приема, поделав одно действие, и попробуйте каждый из этих приемов именно с одна и та же подготовка и 4 приема, да, сделать. И поэтому, да, посмотрите, то есть обратите внимание, что ноги немножко отличаются, да, работа, в зависимости от техники, но все равно должна быть хорошо. И еще один момент, да, не подходите слишком близко к своему партнеру, создавайте некую дистанцию, да, чтобы его на себя выводить из равновесия. Давайте. Вот, все правильно. Сворачивайся. Прыва. Да. Мы ударяемся. Да. Вот, правильно. Гача.
Народ, много секретной информации сошла. Это почему это я балаева? Ханер Ашива. Донор. Дочера хуба. Курево айте не ору. Это от Кирева. Кузретереба. Но лучше, ну как бы хорошо, когда просто по центру. То есть при выведении из равновесия, да, идет по центру мах. Пробивается по центру. Арива. 自分の方が 力が強い あるいは相手が小さい相手の場合は崩れてなくても真ん中を跳ね上げれば多分投げれます Если у меня много силы, партнер нет, то можно просто по центру. 相手が大きい場合 Когда человек большой по весу, да, например そういう場合はできるだけ大きく崩しておいてしかもこちら足を離れる Если человек большой вес, да, и тяжело его сильно сразу подбить, тогда вы выводите его сильно сюда и подбиваете его под ногу. Да. У тяжелого баланс не очень хорошо развит, да, и то есть его легче просто скрутить без подбива. Вопрос. Вопрос. Да, if we want to give some Очень хорошо, что да, вчера и сегодня больше, чем 80% делали упражнения. Это очень важно, это, ну, не совсем обычно, не только для России, но и для других стран. Это очень хорошо. Все. Спасибо.